Осінь – золота пора. Саме восени ми особливо відчуваємо романтичний настрій. Але з цією думкою не згодне наше волосся. Холодна температура, вітер та дощ негативно впливають на його стан. Для того, щоб наша коса комфортно себе відчувала, варто правильно підібрати догляд за волоссям та головний убір. Лабораторія краси продовжує екскурсію у світі капелюшків та догляду за волоссям. У минулому випуску свій головний убір обрали мрійлива Інна та яскрава Владислава. Ви дізнались про те, які засоби для волосся мають антистатичний ефект та як правильно мити голову. Сьогодні ж на черзі весела, динамічна та позитивна Альона і спортивна, сором'язлива та спокійна Валерія. А наші стилісти готують для вас поради у сфері догляду за волоссям та основних модних тенденцій осіннього макіяжу. Тож, ми починаємо! Лабораторія краси запрошує рішучих та готових до змін жінок, які бажають навчитися підкреслювати власну красу. Якщо у вашій косметичці можна знайти лише блиск для губ та туш для вій дворічної давності, тоді ми чекаємо саме на вас. Візажист Альона Озірна навчить вас магії макіяжу. Глибокий погляд, спокусливі вуста, вилиці гострі як ніж. Все це чекає на вас у програмі «Лабораторія краси». Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Вторая проблема, которая существует осенью и зимой, когда мы носим головные уборы, это, конечно, всевозможные раздражения, шелушение кожи головы. Почему? Потому что не всем женщинам как бы комфортно находиться в головном уборе в течение там, хотя бы полдня. А иногда женщины носят капюшоны, шарфы, платки, может быть, даже в течение дня. Для того, чтобы кожа головы оставалась невоспаленной, чтобы не было шелушений. На сегодняшний день индустрия красоты подготовила очень большой спектр и выбор всевозможных препаратов. На сегодняшний день есть великолепная минеральная глиняная маска, которая помогает, во-первых, убрать лишний жир с кожи головы. Во-вторых, она помогает избавиться от шелушений, раздражений. Даже бывает вот неприятные ощущения на коже головы. Вот все эти ощущения убирает минеральная маска на глиняной основе. После того, как делается эта процедура, она очень легко смывается с волос, чтобы не пугало слово «глиняная маска». Волосы и кожа головы становятся очень мягкими, эластичными. Кожа головы начинает дышать. То есть все-все те чешуечки или какие-то сальные выделения, они все очень легко и очень мягко убираются. И также волосы более долго не жирнятся. Даже при ношении головных уборов. Обратите на это внимание, что есть такие средства, которые помогут вам в период осенне-зимнего сезона кожу головы очистить, сальные железы заставить работать в правильном режиме, то есть не будут жирниться волосы. И плюс еще останется шелковистая и мягкая структура волос. И очень приятный аромат на волосах. Это тоже немаловажно. Проблема осени и зимы – это, конечно, сухие, ломкие концы волос. То есть это та проблема, конечно, которая круглогодична. Но зимой она обостряется из-за того, что у нас есть меховые воротники, у нас есть капюшоны, у нас есть головные уборы, шерстяные мохнатые волосистые шапочки, которые цепляют кончики волос, и волосы страдают еще больше. Для этого сейчас у женщин появилась возможность полного восстановления на уровне формулы волос. Есть процедура ботокс для волос, которая позволяет полностью восстановить структуру. То есть все расщепленные, разорванные молекулы после проведения данной процедуры восстанавливаются. Волосы становятся влажными, более плотными,
блестящими. И на целых 90 дней, практически на весь осенний период или на всю зиму, можно восстановить волосы и не бояться, что они будут разрушаться и что концы будут сечься и ломаться. Это очень эффективная инновационная процедура для волос. Хотелось бы, чтобы все эти советы помогли вам, милые женщины и девушки, восстановить структуру, создать блестящие, волнистые, вьющиеся структуры для того, чтобы вы получали удовольствие, носили головные уборы, и зима и осень не доставили вам никаких хлопот. Осенние тенденции нового сезона – это яркий макияж с двумя акцентами. Можно использовать акцент на глаза и на губы, на румяна на губы, на губы и на ногти. Цвета популярные в этом сезоне – коричневые, бордовые, золотистые и фиолетовые. Губы можно красить темными помадами, это очень популярно сейчас, темно-вишневые, темно-фиолетовые, например. Цвет кожи должен сиять, поэтому тональную основу мы берем легкой текстуры. Брови должны выглядеть натурально, естественно, но ухоженно. Будьте яркие и неповторимы. Подобається ваша зачіска? Волосся тьмяне та неслухняне? Набридло щоранку робити одноманітну укладку? Вихід є! Стилісти салону краси «Комплімент» повернуть вашим локонам розкішний вигляд. Майстер-перукар Ірина Колесник допоможе вам обрати зачіску вашої мрії та підібрати догляд за волоссям, що підходить саме для вас. Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. По формі лиця лучше вибирати, исходя із того, що для образця ми завжди вважаємо овальний тип лиця. То есть мы всегда прической, объемом волос и головным убором стремимся к овалу. Значит, круглое лицо мы должны удлинить. То есть девушкам и женщинам, обладательницам круглых лиц, очень рекомендованы шапочки с объемом, который будет удлинять немножечко лицо. То есть вы всегда обратите внимание на то, что это не плоский головной убор, это немножечко объемный головной убор, который вытянет круглую форму лица. Обладательницам треугольной формы лица хотелось бы сказать, что из-под шапочки обязательно должны проглядывать волосы. И эти волосы должны заполнить часть шеи и плечики. Или асимметрично выпустить хвост на одну сторону, или стрижка каре на две стороны, или волнистые объемные кудри, или косичка. Это то, что поможет девушке при помощи головного убора и прически из треугольной формы вывести ее в красивый овал. Плюс, конечно, еще можно прибегать к помощи шарфика или платка. То есть это тоже очень хороший прием, который позволяет создать объем в области шеи. То есть мы отвлекаем внимание от треугольного типа лица. Также есть обладательницы квадратной формы лица. Здесь очень действует прием мягкие кудри, обрамляющие лицо, где-то до уровня скул. Вот береты французские, да, с кудрявыми волнистыми волосами, какие-то шляпки с полями, тоже с кудрями, с ровными волосами. Затем фетровые формы шляпок сейчас очень-очень разнообразные. В принципе, они подходят любому типу лица.
волосы, красивый головной убор поможет обладательницам любых нестандартных форм лица создать очень красивый стиль. Отримавши поради від експертів, наші героїні вирушають за наймоднішими капелюшками у місті. Наша модель Алена – молодая, спортивная, невысокая девушка, которой мы подбирали более, конечно, спортивные молодежные стили. Один из них – это шапочка с люрексом серебристого цвета и бомбончик песцовый цвет пудры. Очень красиво, очень гармонично и подчеркнул ее мягкость, ее женственность и детскость в одном лице. В'язані шапки в широкий або дрібний рубчик у цьому році будуть прикрашені великими вишитими написами та аплікаціями. Це не новинка в світі моди, проте написи ще ніколи не були настільки великими. Відрізняються модні шапки широким бортиком, на якому і розташовується напис. Примітно, що провідні дизайнери у 2018 році віддають перевагу не фразам, а окремим словам. Следующий образ для Алены мы подбирали бейсболку. Это молодежный головной убор, который любят и девчонки, и мальчишки. Но вот сегодня мы подобрали бейсболку с украшением из страз. Это выглядело действительно современно, очень интересно и очень молодежно. Расческа для каждого типа волос должна быть подобрана правильно. Лучше, чтобы щетки, которыми вы пользуетесь, были из натуральной щетинки. Если вы пользуетесь гребешком, то он не должен быть с очень мелкими зубьями. То есть эти зубцы должны быть более редкими для того, чтобы волосики прочесывались легко и для того, чтобы эти зубья не захватывали и не рвали волосы. Сейчас также предлагаются расчески с антистатичных материалов, то есть те расчески, которые будут способствовать тому, чтобы волосы не электризовались. Есть расчески для сушки феном, тем девушкам, которые обладают стрижками, стрижка боб, стрижка каре, это могут быть круглые расчески, браши, которые создают объем. Это могут быть расчески двойные, тоже для создания объема. Это могут быть расчески с хвостиками для того, чтобы попрядно разделить волосы и правильно их прочесать и высушить. Также еще есть большое разнообразие массажных щеток, которые очень любят наши женщины и девушки. Тоже обратите внимание, чтобы эти материалы, из которых изготовлены эти щетки, не были уж слишком твердо пластмассовыми. То есть они должны быть мягкими, комфортными. Они не должны своими зубчиками травмировать кожу головы. Они должны быть мягкими, они должны хорошо прочесывать, и они должны быть очень удобными. Правильно подобранная расческа облегчит вам прочесывание, смоделирует форму прически и поможет вам очень хорошо выглядеть, чтобы ваши волосы всегда были украшением. Mm-hmm.
у вашому гардеробі безліч речей, а вдягти на відповідальну зустріч немає чого, усі речі сірі та одноманітні, чи навпаки крикливо-строкаті, ваші сукні підкреслюють недоліки фігури, вам варто звернутися до модельєра. Стилісти салону краси «Комплімент» допоможуть вам підібрати базовий гардероб, що зможе підкреслити вашу красу. Одягатись стильно та заощадливо можливо. Щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Наша сегодняшняя модель Лера – спортивная, миловидная девушка невысокого роста. Ее стрижка боб-каре универсально подходит под очень многие головные уборы. Поэтому большого труда у нас сегодня не было. Мы подобрали ей берет с очень красивым меховым бомбоном. У нас была вязаная шапочка терракотового цвета. И еще много-много других вариантов, которые мы нашли в магазине «Аксессуар», потому что выбор головных уборов здесь очень и очень большой. Берети добре поєднуються з куртками, плащами, пальто, шубами з натурального хутра і різними аксесуарами. Щоб ваш головний убір контрастував з гардеробом, надягайте світлий берет під темне пальто, а темний під світлий верхній одяг. А для створення більш барвистого вбрання додайте кілька яскравих аксесуарів, таких як рукавички та шарф. Также для Леры мы подбирали большой выбор спортивных шапочек. Вот такая шапка с камнями очень хорошо подошла под ее стильный образ. Джинсы, терракотовый свитер, морской волны шарф и вот шапка с разноцветными камнями. Было очень интересно и очень современно. Довгий час капелюх служив своєрідною візитівкою і демонстрував належність до певного стану. Так солом'яні моделі вважалися долею селян і міської бідноти. А ось багаті і знатні люди не відмовляли собі у розкішних, вигадливо прикрашених вовняних і шовкових головних уборах. Причому на перших порах жіночі моделі були куди як скромніші, тон задавали чоловіки. Материал шапки головного убора должен быть хотя бы на 30% натуральным, лучше на 50%. То есть ткань или вязка должна, или фетр изделия для головного убора должны быть 50 на 50. 50 содержания хлопка, 50 содержания искусственных акриловых материалов. Головные уборы должны содержать не менее 30% натуральных нитей. Это спортивные шапочки, вязаные шапочки, фетровые шапочки, кепки. То есть ткань должна быть такой, при которой девушке или женщине должно быть очень комфортно и удобно. Плюс, конечно, такие ткани не должны оказывать негативное воздействие на волосы. Волосы не должны очень сильно электризоваться, волосы не должны быть стянутыми. Плюс, конечно, головной убор и ткани для головных уборов, нити для головных уборов должны быть комфортными для волос. Они не должны создавать искусственную электризацию волос. Волосам должно быть комфортно. Они должны быть не очень стянуты, свободно струиться, и тогда эта шапочка не будет вызывать у вас никаких негативных эмоций. Для осени головные уборы должны быть мягкими,
из кашемира, из хлопковых нитей, потому что они не должны создавать парникового эффекта и не должна потеть кожа головы, потому что волосы будут грязными, неухоженными и жирными. У каждой девушки есть свой секрет сушки волос. Это может быть естественная сушка, то есть волосы сохнут естественным способом, но это очень долго. И не рекомендуется ложиться спать с мокрыми волосами. То есть мы должны все-таки прибегать уже к более цивилизованному способу сушки волос. Это фен. Что нужно помнить и знать? Фен должен быть теплым. Он не должен быть холодным и не должен быть горячим. Теплый воздух фена позволит вам высушить волосы быстро, эффективно и безопасно. Но если вы боитесь каких-то тепловых воздействий на волосы, то вы можете пользоваться средствами, которые обладают термозащитой. То есть та пленочка, которая покроет ваши волосики и не даст им при сушке еще больше пересохнуть. Тепер ви все знаєте про світ капелюшків і, прислухавшись до порад наших стилістів, зможете виглядати цієї осені неперевершено та яскраво. Милые девушки и женщины, лаборатория красоты хочет пожелать вам в выборе головных уборов руководствоваться смелостью, индивидуальностью, подбором своего стиля, чтобы стали вы самыми красивыми, молодыми, стильными и модными. Не бойтесь экспериментировать. Идите и подбирайте головные уборы. Зима и осень – это та пора, которая предлагает вам большой выбор красок, большой выбор форм. Идите, экспериментируйте и будьте молодыми, красивыми и модными.